42 градуса и пятнашка по сахару. А вы знаете, что сахар во многом часто бывает определяющим моментом, насколько вкусно, насколько интересен вообще образец. То есть многие не задумываются на этот счет. Но, как известно, например, французский, тот же самый Хеннесси, он, как правило, все-таки мало сахаристый. На постсоветском пространстве кладут намного больше сахарку. Так вот, шмурдяки –